Никогда не закусывайте шоколад. Никогда. Во-первых, алкоголь панкреатоксичен, да, и он повышает спазм Версунгового протока. А шоколад вызывает, наоборот, отток содержимого поджелудочной железы. А дырка маленькая, что получается? Отек головки поджелудочной железы. Острый панкреатит. Сколько таких людей привозили, я помню, когда вот хирургом был. Артистов в основном. Артистов. Потому что шампанское, шоколадка, очень эстетно. Ерунда на постном масле. Лучше бутерброд с колбасой. Вот. Это если по походному. Чтобы был углевод и кусок жира, который бы запустился в запущенную углеводом гликолиз. Это бутерброд с колбасой. С докторской. Да вздор, это удар по поджелудочной железе только и всего. Коньяк, шоколадка. Сколько коньяка? Вот столько или стакан? Рюмочка. Ну и можете ничем не закусывать. А потом поешьте. Ну нормально, нормально. Салатик маленький.